Imam čast da zamolim njenu ekscelenciju ambasadorku Venezuele, Dia Landari, da se obrati ovom skupu. Uvažajme sabranje, dragije dami an gospode. K sažilenju, Jugoslavija bila prvoj laboratorije gdje bil aprobavan novi kriminalnih djesvija, fašistski metod Gina Sharpa, a diktadure demokracije, katori sa stajiti spiti etapov, uže priminjajmih v majestrani Venezueli. I tepjer mi istalkivajm se s vazmožnosti vajeni i intervenci SSA Kolombija an Brazil. Svaki raz, kada strana trebuje uvaženje svojeg suvereniteta i nista novisa na kaleni v interesa sionističkog imperializma, a ni izučaju novi mehanizmi, pa činenje strani ili ana stalkivaju su sa smjertju an razrušenjem. V odnošenju Latinskoj Amerike sučestvuje videnje, katore SSA sahranila iz samog načala svojeg sazdanje, vazmožna i što nazvav etu stranu Sjedinjenim štatom Amerike, a ni simbolički uže ukrali i nazvanja kontinenta tolka dla njih. Ja upaminuni katori zajevljenja zdjelani različnimi presidentami imperskava ili imperialističkog gazudarstva SSA. Prvoja, v 1786 году Томас Джефферсон сказал, что США должны населить всю Латинскую Америку, и что на данный момент она должна оставаться в руках испанцев. Однако он переживал, что испанцы слишком слабы для того, чтобы держать Латинскую Америку под контролем до тех пор, пока население США не вырастает достаточно и таким образом по частям аннексировать страны Латинской Америки в США. Второй. 40 лет после этого. 40 лет после этого у нас есть доктрина Монрой. Америка для американцев. Америка для американцев. То есть, если мы хотим ее хорошо понять, Америка для США. Сейчас эта доктрина снова на столе, и чтобы восстановить свой задний двор, как они всегда читали нас. Противоположностью этой доктрины является мысль нашего освободителя Симона Боливара, который выдвинул необходимость независимости стран, находящихся под колониализмом в своем знаменитом письме в Ямайке, написано в 1815 году, и где он также поднимает вопрос о необходимости интеграции Латинской Америки. Наш освободитель уже в 1829 предсказал, провидение как будто призвал США отправить Латинскую Америку несчастьями во имя свободы. Хотя мы можем теперь сказать, что сионистическая США похоже призначена дьяволом, чтобы спускать в мир смерти и разрушения во имя демократии. Третье. Есть манифест... Третье. Есть манифестная судьба. В 1845 году О'Силливан сказал, выполнение нашей манифестной судьбы состоит в том, чтобы распространиться на все континент,
Catoribil naznacham pravidenim, lea razvitia velikava experimenta, svabodi e samopravlinia. Это что вы видели с тех пор, сколько лет тому назад они думают о том, что как поставить свои руки на наши Латинской Америки страны. Доктрина Big Stick, 1899. Roosevelt, он был вице-президент in that moment. Вице-президент тогда. В конце концов, цивилизованный человек, они считают себя цивилизованными, считает, что он не может сохранить мир, только покоряя своего барбарского соседа. О sea, мы все в Латинской Америке барбарские, они в США цивилизованные. Барбарского соседа, потому что барбар уступит только силе. Любое разрешение цивилизованной власти означает победу закона, порядок и справедливость. Они означали себя полис в мире. Пятое. Следствие президента Рузвельта. Это 5 лет после этого. После первого, когда он был вице-президент. И что говорит следствие президента Теодора Рузвельта? Если нация показывает, что она знает, как действовать эффективно и разумно в социальных и политических вопросах, если она поддерживает порядок и выполняет свое обязательство, ей не нужно бояться вмешательства Соединенных Штатов. Это политика Соединенных Штатов, но не Америка, потому что это имя слишком большое для нее. Эта политика изменилась бы, если бы президентом США стала бы Хиллари Клинтон? Конечно же нет. Изменилась только стиль. Трамп говорит и делает то, что думает напрямую, без протокола или дипломатии. Другие много уливаются, много внимают, отличные актеры и актрисы, но они не дают им Оскара, но они получают Нобелевскую премию мира, которую ни один честный человек в мире не должны принимать, потому что эта Нобелевская премия запачкана кровью. Мы знаем, что около 6 сионистских семей контролируют все мир, и именно они стоят за властью американского сионистического государства, и почти везде. Наконец, вы можете представить мою родину, родину Симона Боливара, Уго Чавеса, Мадуро, войну 4-го и 5-го поколения, и чтобы создать условия, то, что они называют конструктивного хаоса. Но наши люди, правительство, вооруженные силы останутся едины, крепки. И мы не сдадимся тем более с великой солидарностью всего мира. Я хочу особенно благодарить Сербию за все поддержки, которые они нам дали. Большое спасибо. Мы не можем выбирать, это сказал один из наших освободителей, Ривас. Мы не можем выбирать между победой или смертью. Нужно победить. Здесь не победа, а смертью. Нужно победить. От имени Венесуэла скажу, как мы, когда заканчиваем. Венцеремос, но пасара. Извините.
passarán, no passarán, no passarán, no passarán. Já tolka Jesus casat, estou já pelas 10 semlet. Já очень вас люблю. Как наши президент Чавес говорил, вы дали мне много любви, то я даю вам много любви. Я должна через неделю уехать, а у нас сейчас новый посол наш, и новый посол Венесуэли. Я только хочу вам сказать, что был наш министр иностранных дел здесь, неделю тому назад, наш флаг был везде на дороге, и наш вайс-министр. Сейчас отношения между Сербией и Венесуэлой наш амбассадор хочет укрепить, и наша страна хочет укрепить. Благодаря тем, что Сербия стала с нами. Большое спасибо. Zahvaljujem njenoj ekscelenciji Dia Nader del Andri, dosadašnjem šefu ambasade Venezuele u Beogradu, na divnom izlaganju sa emocijama. Želimo joj još puno uspeha u daljem radu, pošto odlazi sa dužnosti u Beogradu, a novom ambasadoru izražavamo dobrodošlicu i produženje odnosa, prijateljstva i ravnopravne saradnje Venezuele i Srbije. Vaš aplauz sam razumeo kao saglasnost da u završni dokument naše konferencije uđe stav solidarnosti sa narodom i legitimnom vladom Venezuele u naporima da sačuvaju svoju nezavisnost, suverenitet i da svoje unutrašnje probleme reše samostalno bez mešanja sa strane.